Приветствую всех! Я бы хотел вам рассказать и показать, как сделать фидерную оснастку, которая используется на водоемах с ильстым дном. Это оснастка Гарнера. Итак, я вам расскажу и покажу, как ее сделать. Итак, берем плетенку. Можно использовать и обычную леску. И предварительно рычажок с карабином зацепляем за кормушку. Можем этого не делать, но это нам поможет в дальнейшем менять кормушки. Итак, продеваем плетенку в ушко вертушка. Продели. Теперь от вертушка отступаем приблизительно сантиметров 15-10. Делаем такое ушко. Перекручиваем так называемая двойная хирургическая петля и продеваем кормушку. Затягиваем. Вот. Узелок получился. Теперь на свободном крае мы будем делать обычную петельку, за которую мы будем привязывать поводок с крючком. Я буду использовать узел восьмерка. Так, петелька есть. И от этого узла отступаем приблизительно сантиметров 30. Отступили и отрезаем. Здесь также мы будем делать петельку, за которую будем привязывать основную леску. Так, вот что у нас получилось. С одного края петелька и с другого края петелька. Лишние края мы отрежем. Так, какие же плюсы этой оснастки? Во-первых, когда мы забросили, кормушка может погрузиться в ил, но снаружи над илом будет лежать ваша оснастка. И кормушка не затянет в ил вашу оснастку, и карась клюнет и возьмет наживку. Используем мы такую оснастку на илистом дне. Вот и все. Оснастка очень простая. Спасибо, что смотрели. Смотрите мой канал. Удачи всем. Пока.